Здравствуйте, друзья! Рады приветствовать вас на нашем YouTube-канале «Сад Ворошиловой». И сегодня у нас в видеоролике богатейший улов сеянцев Анны Борисовны Ворошиловой. Уж сегодня у нее распустились красавцы, так красавцы! Мы сейчас быстренько покажем вам все эти сорта и с радостью презентуем лилейники нашего сада. Приступаем! Да, сегодня у нас урожай такой, средние сроки пошли цветения, и большой урожай крупных. Мы даже удивлены, потому что прямо слоны такие по 20 сантиметров, по 18. Вот наш сорт, который мы уже представляли, «Зоркий глаз», вот у него такой большой цветок с темным глазом. Фиолетовый глаз и лимонный основной цвет. Замечательный сеянец Анны Борисовны. И он у нас есть на сайте, доступен к заказу. Пожалуйста, заходите. Вот такое чудо. А рядом, посмотрите, какой огромный, просто гигантский лилейник розово-малинового цвета основного с контрастным солнечным лаймовым горлом. Замечательный сорт, просто чудо. А рядом с ним темный красавчик. Просто цвет завораживает. Настолько он шикарный, настолько он богатый. С этим желтым горлом. Просто чудесный, чудесный лилейник. Ну а этот сорт привлек нас, помимо того, что аккуратная формочка, такая мелкая аккуратная гофрешечка, замечательный кремово-розовый, такой телесно-розовый основной цвет с темными прожилками. А рядом с ним лилейник таких сортов у нас, таких сеянцев у Анны Борисовны мало. Вот как-то природа так распорядилась, что такого радостного солнечного сочетания розового цвета со светлым, таким вот седоватым глазом и ярким-ярким лаймовым горлом, ну вот мало. А смотрятся, посмотрите, как они чудесно смотрятся, но замечательно. Оранжевый, конечно, оранжевые лилейники круглой формы, это такой изысканный сочетание такое, вот когда они не спайдеры, а именно кругленькая форма, оранжево-абрикосово-розовая с золотистой пенной каемочкой. Чудесный, вот очень он мне нравится. Прям сегодня упал на него глаз, и выглядит он радостно с таким зеленым, салатово-зеленым горлом. Ну а выше крупный спайдер с голубым глазиком, с таким вот четким горлом в форме звезды. Прям сегодня он нас тоже очень порадовал. Да, сегодня нас все сеянцы Анны Борисовны Ворошиловой очень порадовали. Их зацвело много. Как она уже сказала, среднего срока цветения зацвело много. И все такие радостные, все такие чистенькие на цвет, все такие красивые. Не знаем, был 2 дня сильный дождь. Может, он поспособствовал нашему сегодняшнему улову, а может, просто природа так распорядилась, чтобы вот такой красотой мы полюбовались именно сегодня. Дорогие друзья, мы показываем на нашем сайте ирисы, лилейники и пионы. На нашем YouTube-канале очень много видеороликов по ирисам, лилейникам и пионам. Снимаем как сортовые, как представители, так и сеянцы Анны Борисовны Ворошиловой. Ждем вас всех в гости, чтобы вы полюбовались вместе с нами этой красотой. Сегодня у многих из этих сеянцев дебют. Они первый раз показали свою красоту миру, и первый раз мы любуемся некоторыми из них. А некоторые цвели уже и зарекомендовали себя как неплохие будущие сорта. До встречи, дорогие друзья! Не пропускайте всю информацию из нашего питомника. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. И, конечно, мы ждем вас в гости на сайте cvetoksnk.ru. Всем пока!